Я написал тебе письмо, но не решаюсь отправлять. На сердце выжженным клеймом легла невежество печать. Твой блудный сын, который был с рождения так любим тобой, в себе найти не может сил вернуться к матери домой. Хоть не в тюрьме и не в бегах, а ноги к дому не идут. И где он здесь ли в небесах, раз до сих пор ни там, ни тут, и сердце рвется пополам, и выход пробует найти, и я взываю к небесам, с ума однажды не сойти. И глупо вроде бы просить прощения, ведь до того, как нам кого-либо простить, мы осудить должны его. А ты, я знаю, никогда меня ни в чем не упрекнешь. И в том и есть моя беда, что оправдания не найдешь. И ясно все без лишних слов, ты просто мать, а я твой сын. Нельзя разрушить ту любовь, что существует без причины, и искупить свою вину перед тобой мне не суметь, но осознать всю глубину мой долг попробовать успеть. Как верила и как ждала, на то способна только ты. И знаешь, мама, ты смогла мне стать примером чистоты. Мне негде было его взять, чтобы добиться перемен и научиться отдавать любви, не требуя взамен. Я обращался вновь и вновь ко всем, а есть ли здесь она? Какой без примесей любовь на самом деле быть должна? Где нет страданиям конца и нет решаемых проблем? Но чтобы, очистив ей сердца, вернуться к Богу насовсем. Я слишком долго что-то ждал и еще больше позабыл. Покинув дом, я не сбежал, а сделал то, что должен был. Оставив все, увидев свет, вернуть утраченную суть и вспомнить после стольких лет, кто я такой и где мой путь. Я обещаю, что смогу, твоя любовь мне сил дает. Я доползу, я добегу к тому, который тоже ждет, кого я так давно искал, кто подарил надежду мне и другом навсегда мне стал и обещал помочь тебе. Если ты помнишь, в детстве, на свой день рождения, я пригласил очень много друзей, человек 15. Мы накрыли стол, зажгли свечи, но никто не пришел. Ты подошла и спросила меня тогда: «Сашенька, сынок, у тебя что, совсем нет друзей?» Я заплакал, потому что мне нечего было ответить. Но сейчас у меня есть друг, который всегда рядом со мной, и когда у меня день рождения, и когда мне тяжело и одиноко, и даже сейчас, когда я пишу тебе это письмо, он рядом со мной, он в моем сердце, и он, как и ты, никогда меня не предаст. Я написал тебе письмо, но не решаюсь отправлять.